Эксперимент продолжается. Кинза и прочие травы хорошо растут. Лук употребляется в пищу. Чеснок. Самое интересное, что он уже превратился в вызревание. Тут я могу продемонстрировать, хотя не буду, наверное, выдирать головку. Но, в общем, формируются головки. И, похоже, у меня к Новому году будет молодой чеснок. Вот здесь у меня укропчик. Сажал очень помалу семян, по 4-5 штучек на секцию, чтобы просто посмотреть, как это будет происходить. Так, это редиска, но редиска что-то слабенькая. И вот посадил 4 огурчика, но взошли только 2. Вот с ними я сейчас и буду экспериментировать, попробую для них сделать новый гроубокс, вертикальный, и будем посмотреть, что из этого выйдет. Вот, приобрел я брусок. Ну, в машину не влез, пришлось разрезать. Но, в принципе, мне так и нужно, потому что буду делать длиной 2 метра 10 сантиметров вертикальные стойки. Сейчас я все это дело порежу под размер, не буду вас этим утомлять, и начну изготовление. Ну вот, рама собрана. Высота 2 метра 10 сантиметров. Перекладины я уже нарезал. Сейчас начну их установку. Я буду использовать 9 ламп в этом гроубоксе, поэтому вот 8 перекладин, на которые будут ставиться лампочки, и одна лампочка будет в самой верхней части гроубокса. Вот такие вот таймеры на Денрейку я заказал на AliExpress. Его и буду использовать. Вот собрана рама, установлены перекладины. Я не стал утомлять вас процессом. Значит, кроме того, закреплены на перекладинах патроны, вкручены лампы. Верхняя неподвижна, все остальные имеют возможность регулировки для направления светового потока. Всего получилось 8 ламп. Значит, на передней панели я установил таймер. Он уже запрограммирован, включается с 23:30. То есть наоборот, он включается в 5:20 утра и выключается в 23:30. Это для обеспечения светопериодичности. Сейчас я еще установлю сюда инфракрасную лампу для подогрева растений. И начну закрывать все это дело светоотражающей поверхностью. Перед тем, как обуть все это дело светоотражающую поверхность, ну, то есть утеплитель, который я использую, я хочу вам показать готовый скелет. Здесь для тепла инфракрасная лампа. Ее высота регулируется простым натяжением провода. Потянули за провод. Лампа опускается, потянули с другой стороны за провод, лампа поднимается. Значит, как я уже и говорил, боковые и задние агролампы регулируются. Кроме того, я добавил вверху конструкции вентилятор, чтобы он обдувал инфракрасную лампу. Таким образом, гроубокс обретает уже готовость. И вот сейчас я его уже покрою вот таким вот фольгированным утеплителем, и можно сказать, он будет готов. Практически готово. Вот видите, как получилось внутри. Осталось сделать дверь или занавесь, я еще пока не решил. Ну, наверное, для начала сделаю занавесь, а потом уже изготовлю дверь, потому что на дверь я не рассчитывал, материалы у меня закончились, а делать как попало совершенно не хочется. Не ослепит камеру, интересно.
Вот, видите, вот так вот и сверху это смотрится. Как я уже говорил, высота инфракрасной лампы может легко регулироваться натяжением провода. Вот смотрите, видите, она спокойно опускается вниз. И точно так же поднимается вверх. Сейчас все-таки я попробую закончить предварительно и высадить уже ту рассаду огурцов, которая у меня вот поспевает. Вот то, что у меня получилось. Сейчас ночь, суперлуния. Таймер отключил подсветку. Вместо дверцы я приспособил старую бамбуковую штору. Тем не менее, это довольно удобно. Внутрь накатана та же самая фольгированная штучка. Вот. То, что включается свет, это система обогрева срабатывает. Я начал открывать, температура упала. Вот. Высадил я два удавшихся мне огурчика, правда правый слабенький, этот более-менее. Здесь термометр, указывающий температуру грунта, вот сейчас на 15 градусов. Вентилятор работает. Будем наблюдать за гроубоксом. Вот, видите, как раз очень удачно включилась лампа. Вы можете увидеть, как работает система обогрева. Вот он, термодатчик висит. И вот будем наблюдать, что у нас получится с огурцами. Завтра я сделаю для них подтяжечки, растяжечки, подвесочки и посмотрим. Вот так вот выглядят мои огурцы. Сделал я им опоры. Единственное, что вот правый, наверное, вряд ли выживет, хотя посмотрим. Он как хилым рос, так и, в общем-то, не радует. А этот уже вот выпускал листьев, даже усы выпустил. Вот сейчас подсветочка включилась, тепловая. Вот она выключилась. В данный момент агролампы выключены. Потому что опять ночь на дворе. Что-то меня все время ночью тянет сюда заходить. Да, вот это вот то самое устройство таймера. Вы видите, сейчас 1:50 ночи. Вот, работает. Агролампы выключены. И, как я уже и говорил, вот оно. Термореле висит, то есть термопара, которым управляет. Само же устройство, вот оно там 24,4 сейчас показывает, 24,6 наберет и выключит лампу. Вот как раз выключу лампу. Собственно, все. Посмотрим, будем ждать урожай. Да, я еще заказал систему автоматического полива для этой всей штуковины. Когда она приедет, я вам ее продемонстрирую. И это у меня достаточно дорогое термореле, оно у меня для инкубатора, пока временно сюда пристроил. Термореле тоже заказал, сейчас придут, я все это дело поменяю. И если будет интересно, то сделаю итоговое видео. Вентилятор работает постоянно, обеспечивая обдувом вот этот вот новый гроубокс.